Всем привет! В этом видео поговорим о том, что новый автомобильный мост через реку Обь построят в районе Сургута. Глав госэкспертизы России в конце октября текущего года по итогам рассмотрения проектной документации на строительство нового автомобильного моста через реку Обь в районе Сургута выдала положительное заключение. Данный, второй по счету автомобильный мост через Обь, увеличит транспортную доступность Сургута и станет важным объектом создания нового транспортного коридора по маршруту Тюмень, Тобольск, Сургут, Новый Уренгой, Надым и Салехард. Действующий сейчас мост у Сургута является единственным возможным источником сообщения богатейших углеводородных территорий Югры с другими субъектами Российской Федерации. В настоящее время Сургут с ближайшими регионами связывает федеральная трасса Р-404 Тюмень-Нижневартовск. Она же соединяет Тюменскую область с районами Западной Сибири. Существующий Вантовый Югорский мост в районе Сургута был построен и введен в строй в 2000 году. Он является одним из самых длинных мостов Сибири, его длина превышает 2 километра. Однако данный мост сегодня уже не справляется с резко возросшим потоком автомобилей. Интенсивность движения по нему в 3 раза превышает расчетную. Вместо 5000 автомобилей по данному Вантовому мосту фактически проезжает в сутки до 14 тысяч машин. Поэтому региону остро нужен второй мост. Данный проект планировали реализовать еще в 2012 году, но из-за высокой стоимости мостового перехода строительство объекта постоянно откладывалось. Сейчас же, наконец, необходимые средства на мост нашлись. Ожидается, что новый мост будет построен в 2025 году. Длина самого моста составит 1 километр 700 метров. Он будет иметь вторую техническую категорию. Расчетная скорость движения по мосту составит 120 км в час. Крупный инвестиционный проект, помимо сооружения самого моста, предусматривает строительство автомобильной трассы на подходах к мосту с обеих сторон, суммарной протяженностью 44 км. Помимо главного моста через Обь, строители в ходе работ над проектом возведут еще 7 более мелких мостов и путепроводов через многочисленные притоки Оби. Суммарные затраты на строительство мостового перехода вблизи Сургута оцениваются в 54 миллиарда рублей, из которых 60% средств будет оплачено федеральным бюджетом и 40% региональным.